все непредсказуемо. Пойдет ли рынок вверх, завалится или будет топтаться на месте. В общем, ХС. Хрень собачья. Было ли это легально? Ну, конечно, нет. Зато мы не знали, куда деньги девать. Добро пожаловать на канал Watch Gods. Сегодня у нас не просто обзор очередного фильма. Мы поговорим о том, как разбогатеть. Вы хотите стать богатым? Хотите узнать реальную формулу, чтобы вам обогатиться? Серьезно, я не шучу. И более того, я не богат. Что за ерунда, скажете вы, очередной сапожник без сапог будет рассказывать свои фантазии? Вовсе нет. Эта формула действительно работает, и я проверял ее на себе лично, хотя в тот момент я еще этого не осознавал. И когда я расскажу ее правила, вы поймете, почему я не богат. Но об этом чуть позже. Этот ролик не о типичных, привычных и раскрученных, а значит, просто скопированных большинством тренером по продажам приемам. Все это не более чем скопище бездарных продавак, однотипных, вечно изгаляющихся и придумывающих новые обертки старых конфет, чтобы оставаться на плаву в сложившейся конъюнктуре этого бизнеса. Как вам всем прекрасно известно, свято место пусто не бывает. Если есть много нищих, которые хотят стать богатыми, найдутся такие нищие, которые будут на этом зарабатывать. Современный кот Базилио и лиса Алиса в кармане не гроша, но обязательно расскажут, как же поднять деньжат, конечно, не бесплатно. Что ж, прежде чем мы начнем, помните одну вещь. В этом мире нельзя что-то приобрести и при этом чего-то не потерять. К чему я все это? Вот есть, значит, такой фильм, многим из вас хорошо известный, «Волк с Уолл-стрит». Лео сыграл отлично, блондиночка, тачки, тусовки, наркота, все круто. В основу сюжета киноленты легла история жизни реального человека Джона Белфорта. Фильм прекрасно демонстрирует эту формулу, но совершенно о ней не говорит, она полностью проходит между строк. Однако именно ее вполне конкретные правила и являются самой важной частью как биографии Джона, так и особенно сюжета самого фильма. Наша работа – брать бабло у клиента из кармана и класть в наш карман. Это да, но если вы заодно и клиенту поможете заработать, это выгодно для каждого, правда ведь? Нет. Джон сейчас занимается тем, что проводит курсы улучшения продаж. В прошлом известный брокер, поднявшийся с самого дна, затем осужденный за финансовые махинации и нынче автор двух книг и успешный продавец своих талантов. Я не поленился и посмотрел некоторые из его выступлений в поисках, так сказать, уникального контента. В целом он говорит правильные вещи, или более верно сказать, вроде как правильные вещи. Однако, как многие люди замечают в комментариях, ничего нового или уникального он не выдает. Да, есть определенные мелочи, но общая структура понятна. Другие тренеры по продажам говорят примерно одно и то же. Зачастую озвученные моменты на подобных тренингах по продажам подходят к совершенно любому делу. Например, практически всегда там говорят о важности знания продукта. Блин, да и так понятно, что чем бы ты ни занимался, надо знать, что это вообще такое. Будь то продажи ракет или лепка снеговика. Так вот эти особенности, точнее базовые и совершенно естественные понятия, перемешиваются в тренингах по продажам с вещами вроде «вы должны уметь работать с возражениями», повышать голос на озвучивание цены, нужно знать, что ты продаешь, не нужно бояться, нужно быть оптимистом, ставить конкретные цели, не унывать, верить в успех и самое мое любимое – выкладываться на 1000%. Миллиарды всяких тонкостей, околопсихологических штучек и бла-бла-бла-бла-бла, мать его бла, честное слово, меня от этого бреда просто тошнит. Все это чушь собачья, это старо, скучно, лживо и совершенно, что самое главное, поверхностно. Больше подходит на набор подбадривающих стимуляторов, элементов развлекательного шоу, после которого клиент, то есть слушатели этих тренингов, должны выйти с воодушевленным, приподнятым настроением. А как иначе, ведь они заплатили за это деньги. И пребывая на таких семинарах, надо помнить главное. Рассказывающий человек просто преследует одну цель – заработать и отработать гонорар. Но все это не выглядит как формула, как реальная формула, математически осязаемая, постоянная и, что самое главное, простая. А что же скрывает господин Белфорт?
О чем он не говорит прямо, в принципе, он об этом и не может прямо говорить. Но о чем он говорит на протяжении всего фильма, как бы между строк. Что же в действительности нужно делать, чтобы реально продавать? И что делал сам волк, чтобы срубать тонны зелени? Поехали. Итак, правило реальной формулы заработка в продажах следующее. Правило первое. Ложь должна быть неотъемлемой частью вашей профессии. Чем уместнее, качественнее и, что самое главное, продуктивнее вы лжете, тем лучше ваши продажи. На дурака не нужен нож. Ему в три кармана врешь. И делай с ним, что хочешь. Лжи, продажи, продажи, лжи. Прямо синонимы не находите? Да, я впаривал им дерьмо, но рассуждал я так. Пускай лучше эти деньги будут в моем кармане, и я сумею грамотнее их потратить. Хотите продавать? Не стройте из себя моралиста. Отныне ложь – это ваше второе «я». Уподобляйтесь тому, кто придумал деньги, сам дьявол, а он, как известно, отец лжи. Вы можете возразить, мол, я продаю, к примеру, машины. Зачем и о чем мне врать? Надо знать техчасть, чтобы разбираться в продукте и прочее. Я вообще не вру, я классный парень. Ерунда. Всегда есть моменты, о которых можно умолчать ради выгоды, продать доп. Пакеты, втюхать нафиг никому не нужные страховки, по которым не дождешься выплат, кредиты со скрытой комиссией и прочее, прочее, прочее. А умножить на Б умножить на С равно Х. Если Х меньше затрат на доработку, возврата не будет. Смысл в том, что ваше отношение к лжи должно быть таким, что когда вы лжете, вы настолько принимаете этот факт для совершения процесса продажи, чтобы он совершенно вас не корежил внутренне, чтобы для вас это было азартно. Сумели обмануть, значит, вы выиграли. Кстати, а какой, на ваш взгляд, применим к продажам наивысший эпифеоз лжи? Воровство. Да-да, в действительности самые выгодные продажи – это прямой и чистый 100% обман. Вспомните фильм. Да он про это говорит на протяжении всего сюжета. 22 миллиона долларов за 3 гребаных часа! Воруйте. Найдите нишу, в которой можно людей будет кидать за деньги и при этом желательно не угодить за решетку. Посмотрите на политиков, которых якобы вечно изобличают, всякие там строительные фирмы, кидающих людей за жилье, букмекерские конторы и... Короче, я не буду перечислять все эти лживые, протухшие схемы. Лучший, самый лучший способ продажи – это дать людям воздух и получить за это деньги. А уж какую обертку вы завернете этот воздух для клиентов – это ваше дело. Но это не значит, что ты должен быть полным идиотом. Вспомним господина О'Бендера. Уголовный кодекс надо чтить. Действовать смело, побольше цинизма. Людям это нравится. Ну и без уголовщины. Кодекс мы должны чтить. Это самый лучший вариант. Обдирать людей по закону, да так, чтобы они сами тебе несли капусту. Следующая часть формулы успешных продаж звучит так. Цель всегда одна. Деньги. Вы наверняка слышали от тренеров по продажах и прочих фразы вроде «нужно ставить конкретные цели», «не надо ставить слишком низкие или слишком высокие», «вы должны ощущать, как вы прикасаетесь к своей мечте», типа машины или новой квартиры и опять бла-бла-бла-бла. Представьте, как ваши пальцы обхватывают руль вашей новой машины. Усильте ощущения, сделайте их настолько реальными, насколько сможете. Все это в очередной раз долбанная чушь. Единственная ваша цель должна звучать только так. Хочу больше денег. Еще больше денег. Еще больше денег. К черту все эти машины, квартиры, яхты и прочее. Это все просто мимо идущие вещи. Возникающие и уходящие. Когда вы себе ставите какую-то конкретную материальную цель, вы начинаете забивать себе голову всякой ерундой, вроде «А что лучше, БХ-7 или Mercedes S-класса? Трешка в центре или загородный дом? Вообще не думайте об этом». Вы не должны засорять свой серый чердак вещами любого рода. Запомните, вещи – это просто картинки. Не надо ставить себе никаких целей, вы просто должны хотеть и любить деньги. Больше денег, никакого потолка в собственных мыслях и никаких вещей. Вещи – это всегда абстрактная стоимость, больше-меньше – это вообще не есть выражение цели. Вам говорят, деньги – это лишь средство, а не цель. Нет, вы должны хотеть их.
а не яхты, университет для ребенка, силиконовую грудь для подружки или новый майбах. Только деньги, бабло, капуста, зелень, кайф, бабосы, хрусты, косари, кэш, лавандос. Посмотрите, сколько имен. Деньги, деньги, дребеденьки, позабыв покойнее. Делай деньги. Делай деньги, а остальное все дребедень. А остальное все дребедень. Вы должны сосредоточиться только на этом. Если вы будете ставить разные цели, вы всегда будете удовлетворяться, потом после достижения цели придется заново перефокусироваться и так далее. Но если целью станут деньги, эта цель будет постоянной, устойчивой, простой и понятной. А уж как их тратить, вы разберетесь. В деньгах, как я уже сказал, не надо ставить тоже никаких сумм. Не надо ставить ограничения или думать про какие-то потолки в прямом смысле. Я говорю про потолки не в том виде, что вы должны мечтать о том, как купите себе всю планету, а в том, что вы вообще просто не должны себя ограничивать. Именно как факт, понимаете? Просто деньги, без числа. Такое денежное просветление, если хотите. Просто хотите денег. И точка. С деньгами вы и сами становитесь лучше. Вы можете щедро жертвовать церкви или любой политической партии. Вы можете спасти пятнистую сову от вымирания. Деньги – это наркотик. Это как бы мечта, средство, приближающее тебя к Богу, даже не так, делающим тебя Богом для других. Твои поступки могут стать широкими, у тебя появится власть, а ты взбираешься по выдуманной пирамиде человеческого признания. Тебя любят, кто-то завидует, кто-то ненавидит, но все понимают, что ты, мать твою, при бабле. И точка. И при этом ты можешь быть страшной сволочью и подлецом. Да, нет, не так. Чем выше ты будешь подниматься, тем ты будешь обязан быть больше сволочью и подлецом. Не верите? Включите телевизор. Политики, магнаты, топовые актеры и прочее. Знаете, что-то сильно мне подсказывает, что большинство, подавляющее большинство из них, это конченые мрази. И ты должен принять это и стать таким же. Иначе никак. На двух стульях усидеть не получится. Почему ты думаешь, в этой жизни такая огромная масса людей топчется на одном месте, ни туда, ни сюда? Потому что они привыкли к полумерству. Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и Мамоне. Евангелие от Матфея. А у нас ведь все хотят и моральный облик какой-никакой сохранить, и субить деньжат. Нет, при такой политике ты не получаешь ни от Бога, ни от дьявола. Так что, если уж решил разбогатеть, думаю, ты понял, кому ты должен облизывать рог. Нужно уяснить одно правило: мир денег – это страна дураков, и тебе решать, кем ты хочешь быть – Буратино или Лисой Алисой. Запомните, у вас должна быть только три цели. Цель первая – деньги. Цель вторая – больше денег. Цель третья – о ней сейчас и поговорим. Итак, третья, пожалуй, самая объемная и главная составляющая формулы – будь всегда на волне. Всегда. Как это сделать? Очень просто. Ты должен отдыхать. Ну а зачем же ты еще зарабатываешь деньги? У тебя в жизни должны быть две основные составляющие – продажи и отдых. И чем лучше отдых, тем лучше продажи. Отдых должен расслаблять и заряжать тебя, не прокатит продавать и каждый день возвращаться к семье в белой рубашечке и букетом цветов для любимой женушки. Не прокатит откладывать как параноик и кушать доширак, иначе какой энергией ты будешь заряжать? Точнее, какую энергию ты будешь продавать клиентам? Энергию доширака, что ли? Нет. Здесь и сейчас. Отныне вот твое кредо. Отдыхай, трать деньги, помни, что ты зарабатываешь их именно для этого. Не для машин, яхт и прочего, это все входит в пакет отдыха. Отдых – это не часть жизни, это и есть жизнь, и чем он безумнее, аморальнее и так далее, чем он круче, тем он круче будет заряжать тебя, тем сильнее тебе будет хотеться отдохнуть еще улетнее. Потому что в ином случае тебе не получится оставаться на гребне волны. Поймите, вы не можете продавать этот заряд энергии, который по сути и является главной составляющей продаж, если у вас его нет. Именно его на короткий срок дают тренинги по продажам, и именно он будет у вас всегда, если вы всегда будете находиться в безумном кураже удовольствий. Вот в чем главная суть. Вы ловите постоянный кайф от удовольствия тратить баксы.
и этим скрытым энергетическим зарядом вы заряжаете ваших клиентов, тем самым склоняете их к покупке чего бы то ни было. Вы делитесь своим зарядом с ними, а для этого он должен быть у вас всегда восполняемым. Вы продаете людям то, чего им не хватает. Ощущений, адреналина и прочего, то, чего большинство так хотят, но по всяким причинам не могут себе позволить. Особенно, если вы осуществляете продажу напрямую. У вашего товара уйма конкурентов, а вы отличаетесь тем, что продаете человеку вкус к жизни. Ну а если ваш клиент толстосум, который и так обладает всем этим, то помните, что он на этом уже сидит. Вы просто продаете ему то, что ему и так необходимо, то, чем он и так постоянно пользуется. Вы всегда продаете не как, а что. Именно по этой причине наркотики имеют такой колоссальный успех, но согласитесь, вряд ли дилеры ходят на тренинги по продажам, у них и так валом клиентуры, этим наркотиком и должны стать вы, и поверьте, как только человек подойдет к вам или услышит вас, если вы обладаете тем самым зарядом энергии, он сразу это почувствует на подсознательном уровне. Для его мозга вы будете как рельса полная кокаина. И вам не надо вечно прокручивать в голове всякие тонкие психологические штуки, которые вам втюхивают на этих тренингах. Этого делать больше не надо. Потому что когда вы находитесь в этом состоянии, вы естественным образом делаете именно то, что это состояние требует, и ничего больше. Суть в том, что когда ты заряжен, то в понимании покупателя то, что ты ему продал, заряжено тобой. То есть это уже не просто вещь, это как амулет заряженной энергии, ведь вы только подумаете. Человек не получит от вас эту энергию без вашего согласия. А согласием является совершение сделки. Просто так, пообщавшись с вами, ничего не выйдет. Ты выходишь на контакт с человеком, и он сознательно не понимает, что его притягивает к тебе. Но подсознательно он уже все давно понял. Он пришел к тебе в салон за новой Audi, но он только что был в салоне Мерседеса. Большая ли между ними разница? Да нет там никакой разницы, но только если там был зализанный продаван с масляными глазками в предвкушении процента, то что покупатель получит, кроме Мерса? Ничего. А покупая товар у тебя, он как будто бесплатным бонусом получает твою энергию. В этом и суть, понимаешь? Ты должен продавать ему вау-эффект топ-уровня, не иллюзорный, не подделку, когда у тебя появляется натянутая улыбка в момент, когда покупатель зашел в дверь магазина или взял трубку телефона. Твой вау-эффект, заряженный твоей энергией, находится с тобой перманентно. И в этом случае ты как бы и не врешь вовсе. Чтобы тебе его поддерживать, тебе нужны нормальные комиссионные. Все по-честному. Хочешь энергию, брат? Гони зелень. В безумном мире большинство хочет быть безумными. Лишь внешние рамки создают иллюзию морали, в то время как внутри уже давно кипят подогреваемые СМИ страсти, адреналина, похоти и сумасшествия. В действительности именно это выражение в энергетическом уровне, в вашем уровне, вы и продаете. Не товар. Вы продаете себя, свою энергию. Деньги – это и есть отражение той самой энергии в этом мире. Ваша задача – обменять вашу энергию на деньги, а деньги тратить на получение энергии. Что самое сложное в продажах? Начать контакт. Это самое тяжелое – завязать диалог. Современный среднестатистический человек, к примеру, приходя в салон, ну пусть будет автомобилей, так уж получилось, давайте рассматривать этот вариант, сразу ощущает дискомфорт. Ведь все понимают, эти назойливые продавцы со своими «вам чем-нибудь помочь» и так далее. Нет реальной заинтересованности, кроме денег, именно в самом человеке, вот в чем дело. Как ни странно, вам должно быть плевать, реально плевать, потому что вы продаете не Audi, а уникальный товар, энергию. Вы знаете, что на этот товар найдется чертова туча покупателей, и поэтому вся фишка в том, что главным оказываетесь вы. Не он решает, купить или нет, а вы. Продать или нет. Это делает вас естественным и уверенным. И человек это чувствует подсознательно. Жена со мной разведется. Ну ладно, я согласен. Спасибо, брат. Пойду открою пиво. Забавно как-то. До скорого, Кев. Спасибо большое, Джу. Я обещал рассказать историю о личном опыте применения данной формулы. Рассказываю. Было это в начале нулевых, я занимался продажей сотовых телефонов. Все делал честно, знал про них все, что нужно и чего не нужно. Я знал продукт от и до, чтобы удовлетворить самого изысканного и дотошного клиента. После работы читал профильные форумы и так далее. Продавалось, в общем, неплохо. Именно неплохо.
Я никогда не переступал той моральной черты, не опускался до обмана, который откровенно навязывало руководство компании своими финансовыми поощрениями. Вроде когда ты за одну и ту же цену должен втюхать более худшую модель, потому что тебе за нее пойдет просто больше денег. Но вот однажды случилась одна ситуация, была одна глобальная мотивация на продаже, и та точка, которая окажется на первом месте, исходя из своего месячного плана, должна получить нехилый такой бонус. А у нас с напарником как раз на тот момент с деньгами что-то было ну просто по нулям. И мы поняли, надо делать вещи, надо продавать. И мы начали продавать. Мы продавали все и всем, перевыполнили план на 314%, и нам не дали положенных денег. Отдали их другим. Сказали, типа, план у вас был, ребятки, слишком маленький, мы что-то неправильно посчитали, извините. Мы не стали ничего выяснять и не стали разбираться, просто предложили следующее. Ставьте нам новый план, и если мы снова окажемся лучшими, вы выплатите нам наши деньги и за то, и за это. Руководство согласилось. И мы в прямом смысле начали впаривать мобильники просто как сумасшедшие. Мы поймали кураж. Дошло до того, что я продал телефон по телефону. Когда к нам зашла одна пожилая пара и сказала, что им нужна определенная модель в подарок дочери, только такая и никакой другой, как мы их не уговаривали, они и слушать не хотели. Тогда я сказал, просто дайте мне телефон вашей дочери, я позвоню и расскажу все сам. Если она согласится, то согласится, а если нет, то нет. Телефон они дали, и в итоге, после моего разговора с ней, они купили у нас то, что мы предлагали. Кстати, руководство так и не выплатило нам бонус за первый раз. Обманули. Видимо, просекли правила формулы номер один. И вот вам основная и главная мысль формулы, изюминка, которую не сказал мистер Белфорд, и звучит она так. Чем более ты безумен, чем больше ты повернут на деньгах и удовольствие их тратить, чем сильнее ты входишь в кураж азарта обмана, тем у тебя этих денег больше, и тем продаешь ты круче. Так что если ты хочешь, чтобы в твоем кармане зазвенело, будь безумен. Занюхивай дороги из баксов, забудь про мораль, чистоту своего имени, а в случае чего друзей, партнеров, жены и вообще всех. Будь альфа-эгоистом. В мире самоголда, если ты хочешь быть богатым, уподобляйся ему. А он совершенно беспринципный, безжалостный и лживый ублюдок. Хочешь быть таким, вперед и не оборачивайся. И никакой магии, эзотерики и прочего. Деньги – это энергия дьявола. Это его сердце. Вот так, ребята. Формула работает, когда ты начинаешь снимать с себя рамки морали. И не верьте всем этим придуркам, которые суют вам в пример Стива Джобса, Уоррена Баффета, основателя Facebook, не помню как его там, и прочую шушеру. Все это липа, ребята. Это все долбанная липа. Топ-компании существуют только потому, что кто-то дал им эту возможность существовать, и не более того. И даже если касаемо конкретных людей это не так, таких людей единицы. А их реальная история успеха скрыта. Все, что мы знаем, это просто картинки на роликах Ютуба, глянцевых журналов и книг с якобы автобиографией. Это ведь все часть имиджа, а значит и лояльности аудитории, а значит и цен на акции, что самое главное, их устойчивости, понимаете? Это все не люди, это просто бренды. Но помните то, что я сказал в начале, ничего не дается просто так, за все нужно платить. Регулярно вкалывая себе дозу безумных удовольствий, занимаясь обманом и прочим, вы берете кредит у дьявола. А он, я думаю, лучший коллектор в этом мире, а выплаты в виде разноцветных бумажек вряд ли его заинтересуют. Думается мне, что он захочет более изысканную плату. В погоне за большими деньгами, когда все твое существо будет на этом повернуто, и кроме баксов, женщин с низкой социальной ответственностью, ночных клубов и наркоты ты ничего не будешь видеть, ты добьешься своего, но рано или поздно настанет момент, когда ты осознаешь, что все это чушь собачья, все это просто пустышка. А деньги – это лишь фикция. Их не надо больше, чем они нужны, они не стоят того, чтобы класть на их алтарь то, чего за деньги не купишь. Деньги – это фикция, Джордж. Чепуха. Поверь, я это знаю. Все это не стоит кокаина, распутных девок и дорогих побрякушек, хотя бы потому, что однажды закончится. Вот ты приляжешь в могилу, и если так случится, что на том свете есть Бог, который будет судить дела твои, едва ли ты выдержишь поединок с собственной совестью. Что ж, на этом лучшая формула продаж закончена. Ставьте ваши пухленькие лайки и подписывайтесь на канал Watch Gods. Впереди еще много интересного. Будьте осознанными,
а не безумными. Надеюсь, до новых встреч. Удачи!